все на лыжи. В минувшие выходные в Иванове прошла всероссийская массовая гонка «Лыжня России». В этот день забеги состоялись в десятках городов страны. В парке Харинка перед стартом собрались и спортсмены, и те, кто просто пришел их поддержать. В первой гонке традиционно принял участие мэр города. Ну, дистанция стандартная, по-моему, 1,5 километра. Впечатления, конечно, как всегда, хорошие. То есть уже 5-й год, наверное, участвую, или 4-й. Вот. Целая коллекция шапок. Соответственно, ну, хорошее настроение, просто когда такая зимняя солнечная погода. Выйти на «Лыжню России» 2018 мог любой желающий. Регистрировали людей на месте. Для любителей лыжного спорта подготовили две трассы – 1,5 и 2 километра. Дистанцию выбирали согласно физической подготовке. Мероприятие получилось действительно массовое. Рекордное количество участников в категориях ветеранских. Сейчас еще идет только подсчет участников, но уже сразу можно сказать, более 35 семей, но это тоже опять не предел. И регистрация участников продолжается перед каждым забегом. На настоящий момент по предварительным подсчетам, по предварительным данным, уже зарегистрировалось 1500 участников. Участники от мала до велика. Есть и дошколята, и пенсионеры. Проехать дистанцию мог каждый, кто самостоятельно стоит на лыжах. Самая младшая участница «Лыжни России» 2018 – 3,5 года. Дети до 7 лет ехали в составе семейных команд. Вместо ожидаемых 35, их на старт вышло 43. И это своеобразный рекорд ивановской лыжни. Спорт – это здоровье, в первую очередь. Вот. И как бы… Весело. Весело? Хорошо. Живем вот. Рядом, каждый выходной ездим сюда. На лыжах, на ледянках кататься с горки. Для некоторых участников заезд – своеобразная проверка на прочность. Здесь и спортивный азарт, и адреналин. На трассе разворачивалась настоящая борьба за призовые места. Для других же «Лыжня России» – скорее праздник. Возможность интересно использовать для здоровья, провести выходной день. Настроение хорошее, потому что погода шикарная. Дистанция далась очень трудно. Под конец особенно было жестко. В самом начале трассы была вся развалена. Очень неудобно было начинать. На лыжах в Иванове в этом году проехало рекордное количество участников – около 3000. Возможно, посмотрев на выступления наших спортсменов на Олимпийских играх, ивановцы тоже решили не отставать. На собственном примере показали, как нужно бороться за победу. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.